Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». В самом разгаре жаркое лето, не время сидеть по домам. Давайте составим культурную программу на грядущие выходные и проведем их ярко, насыщенно и интересно. Начнем! 12 августа на второй очереди набережной отметят День физкультурника. Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу. Она начнется в 16:00. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах, помериться силами в открытых турнирах, сфотографироваться в 3D-фотозонах, принять участие в военно-патриотических акциях. Масштабно пройдет фестиваль борьбы «Новая высота», фестиваль единоборств «Айкилета», а также всероссийские соревнования по баскетболу 3x3 «Оранжевый мяч». В пляжной зоне набережной пройдут бесплатные занятия по различным видам спорта. Желающие смогут протестировать свой организм и получить консультации специалиста по здоровому образу жизни. Самых юных гостей праздника будут ждать прыжковые батуты и детские спортивные площадки. На центральной сцене у бассейна ЦСКА пройдут выступления спортивных клубов и федераций, вокально-инструментальных и танцевальных коллективов. Не пропустите! В субботу, 12 августа, библиотека имени Надежды Крупской приглашает самарцев на экскурсию «Торг потеху любит». Гулять приглашают по улице Торговой, которая сейчас превратилась в улицу Маяковского. Какие приключения на ней происходили, расскажет доктор филологических наук, краевед, профессор, журналист и ведущий телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин. Начало в 19:00. Место встречи у входа в библиотеку. Если вы хотите научиться чему-нибудь необычному или находитесь в поисках нового хобби, то вам стоит посетить мастер-классы от детской картинной галереи. В ближайшую субботу пройдет занятие по живописи акрилом. Под руководством профессионального художника вы освоите особенности акриловой техники и узнаете секреты работы с цветом и формой. Результат мастер-класса «Готовый этюд» станет прекрасным подарком себе и близким. 12 августа, 10:00. Хорошим завершением выходных может стать просмотр фильма прямо под открытым небом. Кинотеатр «Филин», который расположился на 4-й очереди набережной, опубликовал программу на грядущие выходные. В воскресенье 13 августа покажут фильмы «Операция И» и другие приключения Шурика, «Карьеры Димы Горина» и «Ной». Точное время сеансов можно узнать в группе «Самарской набережной» ВКонтакте. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.